И снова здравствуйте, всем привет. Итак, кто смотрит канал, я все пытаюсь, значит, сделать мультфильм «Робинзон Крузо». И вот сидел и думал, как вот сделать, чтобы карта на столе, капитан ее, допустим, рукой там раскручивал, или скрученная где-то была, лежала, стояла, ну, без разницы, да. Или, возможно, сделать заставку, титры, как будто карта разворачивается, на ней что-то написано, допустим, там в главных ролях или сюжет какой-то. Ну, вот такая вот задумка. Лазил в интернете и давным-давно видел ролик на канале. Итак, канал называется 3D с нуля уроки Blender. И здесь как раз нашел ролик, который поможет сделать эту штуку. Да? Это скручивание бумаги. Вот он. Анимация сворачивания листа бумаги. Так, давайте все это дело потестим, попробуем, посмотрим, как это все будет выглядеть. Итак, единица на нампаде, выбираем, значит, куб. Куб нам не понадобится, камеру, свет можно отключить. N панель, screen cascade, чтобы вы видели, что я буду нажимать. И теперь нужно добавить add mesh plan. Добавляем план, семерка на нампаде, добавим на него, значит, так, шейдеры, добавим новый материал и добавим сюда саму карту. Так, это текстуры, Image Texture Plan. Так, подключаем Base Color, находим какую-нибудь карту. Так, я тут уже понакачал некоторые. Вот они карты, да? И давайте какую-нибудь выберем. Так, ну такая вот пиратская, да? Вот она. Так, семерка на нампаде. Тут чуть-чуть ее нужно растянуть, используя, значит, layout. Включим видимость текстур. И, значит, растянем просто вот таким вот образом. Dance. Смотрим, чтобы наши гражданки и карта соответствовали именно как-то размеру. Ну, допустим, вот чтобы череп дюжить не растягивался, чтобы круг был кругом вот этот, да? Ну вот, как-то так-то. Все, карта присутствует. Единица на нампаде. Теперь нужно добавить саму вот эту штуку, которая будет эту карту, значит, скручивать. Как показано в ролике, давайте так и сделаем. Ссылку на канал оставлю в описании. Значит, add mesh. Добавляем циркл. Тройка на нампаде R. Перекручиваем. Так, чтобы она ровно была. Я еще не научился вот это делать. R90, там 0,90, чего-то там по осям выравнивать. Будем делать таким образом. Значит так, заходим теперь. Выбираем нашу вот эту вот циркл. Заходим в Edit Mode. Делаем английское E, S и экстрадируем вовнутрь. Все как показано в ролике. Так, выбираем Ctrl-Alt, Shift-Alt, сочетание клавиш. Выбираем вот эти две вершины, делаем инверсию Ctrl-I и вот это все лишнее удаляем, Delete Vertex. Остаются у нас две вершины вот эти штуки и, значит, продолжаем с ними работать. Теперь следом добавляем, значит, фейсы, по-моему, да, Edge, скрю вот эту штуку. Теперь открываем панельку, которая находится в левом углу. Добавляем, значит, по Z ставим 0. Потом прибавляем вот эти все Edge фейсы, полигоны, чтобы побольше их стало. Следом добавляем вот этот Times. И, наверное, сделаю больше, потому что у меня, значит, побольше будет эта карта. И надо, чтобы больше оборотов было, да? Ну, давайте вот побольше оборотов добавим. Так, теперь Ctrl-Alt. Выбираем вот эти все, значит, регионы ребер, вершин. Смотрим, как они выбрались. Делаем Ctrl-I и ненужный, значит, Delete
вертексы. Остается у нас вот такая заготовка. Выбираем нижний, значит, нижнюю вершину. Жмем Е, щелчок. И можно с помощью мов вот это все дело вытянуть. Не знаю, насколько далеко это все дело надо вытягивать. Ну, где-то вот так. Так, есть такое дело. Так, семерка на нампаде. Единица на нампаде. Английская А. Значит, все это готово. Заходим в Object Mode. Находим Object. Преобразуем это все, значит, в курву. Делаем ей S. Английская. Уменьшаем, по-моему. Ну, сейчас поэкспериментирую. Первый раз делаю. Так, поднимаем ее. Вот как в ролике показано, передвинулся, значит, точка привязки. И нужно ее перевязать на set origin, origin 3D курсор. Так, это дело есть. Теперь, что у нас получается? У нас карта. Но у нее нет вершин. Ну, в смысле, ребер, вершин не подразделена словом. Ну, давайте все это дело теперь подразделим. Заходим в Edit Mode. И, значит, нажимаем правую кнопку мыши. Можно здесь Subdivide выбрать. Или, значит, я вот здесь вот не помню. Вот Subdivide Edge. Нажимаем правой кнопкой мыши Subdivide. И прям побольше вот здесь вот 10. Так, снимаем, значит, выделение. Английская А. Не знаю, маловато она будет. Ну, давайте еще раз Subdivide'ним. Ну, так, думаю, уже будет зашибись. Если что, потом не проблема, можем, как говорится, добавить. Так, следом. Следом выходим из Edit Mode в Object Mode. Выбираем нашу вот эту вот карту. Заходим в модификаторы, находим курв. И нажимаем на нашу курву. Так, вот маловато сабдивайдов, да. Ломает ее немножко. Ну, даже так прикольней. Теперь выбираем карту. И вот эту карту вы видите, что мы можем ее раз разматывать. Так, вот только вся фишка в чем? Разматывать-то разматывать. Ну вот, если, допустим, пират будет ее разматывать рукой. Вот, допустим, пошла анимация, да? И видите, карта уходит совсем в другой бок. Значит, он должен здесь придерживать рукой, а эту часть просто рукой, значит, как бы тянуть, раздвигать. И потом его рука окажется где-то вот тут и вот тут. Вот. Ну, это вот от этой точки, да, если плясать. Так, это вот в точке она сворачивается. Так, а как же ее... Надо, чтобы вот эта сама была, значит, на месте. У нас получается, она вперед выкручивается, видите, уходит. Получается, ну, это при анимации можно будет исправить, это заанимировать, значит, и саму вот эту вот типа курву. Можно будет обыграть именно уже при анимации. Ну, такая штука. И, допустим, семерка на нампаде. Как это дело я еще планирую, значит, использовать. А использовать это дело, значит, о, тут вершина выбрана. Вот относительно, значит, этой точки. Если я эту точку сейчас начну перетягивать, то у меня вот ее нужно анимировать. Не карту двигать, а саму курву. И вот это все дело будет происходить тогда правильно. Во, саму курву. Но она опускается ниже. Так. Так. Получается ниже уровня стола. Значит, если мы ее чуть-чуть еще перекрутим. И будем ее опять же крутить. Вот вы видите, что она опускается, карта.
А ну-ка, насколько она ниже опускается уровня. Вот. Идет опуск. Значит, единица на нампаде. Выбираем саму карту. Так, карту надо тоже там привязать с этой Origin 3D курсору. Так, а почему он не привязывается? Так, единица на паде. Потому что все привязано по-другому, да? А ну-ка. Размотаем все это дело. И значит, ну правильно, она по центру привязалась. Это все правильно привязано. Теперь значит, что я хотел бы, да? Ctrl-Z. Нужно. Допустим, у нас будет стол, да? А ну-ка, давайте попробуем Shift A, Mesh, добавим план. Представим, что это у нас, значит, стол. Сделаем ему S. Добавим ему какую-нибудь шейдер, текстуру, значит, так, это Add, текстура, Image, текстур. Прибавляем, добавляем. Добавляем текстуру каких-нибудь досок. Я тоже тут скачал. Ну вот, типа доски. Типа стол, да? И так, надо доски другого цвета, потому что карта сливается. И теперь, если мы по этой штуке будем двигать нашу вот эту... Видите, пропадает сама карта. Так. Так, а если вот эту штуку задрать кверху, допустим, и попробовать ее размотать. Так. Получается еще выше, если я ее поднимаю, тогда она будет уже... Это вообще писец, да? Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Значит, что нужно привязать, наверное, карту будет. Или столкновение сделать. А ну-ка, допустим, добавить. Ну, это физика уже будет. Я это делать не хочу. Так, значит, зайдем в Edit Mode. Подразделим наш вот этот стол. Так, да? Давайте еще раз английское А subdivide. Хватит, думаю. И стол у нас подразделен. Теперь нам нужно, как бы, наверное, создать группу. Вот vertex группа тут есть. Давайте попробуем ее использовать. Выбираем. Ну, так. Shift Alt. Shift Alt. Вот эту, значит, группу. Создадим ее сначала, эту группу. Так. Vertex группа плюс. Decision. И теперь заходим в Object Mode и на нашу карту в модификаторах подгрузим эту группу. И значит, группа у нас. Так. Вот так она делает, да? Края зацепила. Значит, и вот эту штуку надо выбрать. Вот эту. По периметру всю тогда. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Создаем, значит, vertex группу полностью. Decision. И теперь попробуем Object Mode. Во. И если мы будем теперь тянуть вот эту курву, и она все равно проваливается ниже стола. Вот это мне, в принципе, почему у нее здесь подъем идет вот этот. Что, видите, она выше лежит, и получается, нам нужно теперь
выбрать вот эту штуку, значит, отвязать ее. Так. Поднять, наверное, ее выше как-то, чтобы привязка была повыше, да? Выбираем карту, находим опять же курс, выбираем нашу курву. Так, и вот курва, вы видите, она тут уже задирает ее. Здесь подключаем, значит, группу. Ага, что-то не есть групп. Ну ладно, группу долой. И получается... карту, если выровнять, выбрать опять нашу вот эту курву. А, все. Но она все равно ее приподнимает. Не, ну правильно, от стола-то она должна поднимать. Но не так уж как. Так, а если ее все равно, вы видите, да? И уходит она неровно. А ну-ка, если ее сделать S. Вот так, допустим, да? И выбрать курву. Тогда у нас просто крутится рулон. А, нет, все нормально. Во. Все. Большая была слишком карта. И поэтому она двигалась, да? Здесь тоже она поднимается. Ну, в принципе, вот уходит даже, вы видите, что скручивание происходит. Значит, как уходит скручивание? А скручивание уходит несимметрично. Вот этот край закрутку делает острый, вот, и проходит между, значит, картой. Так, и получается, вот я ее опускаю, вот у меня центр, да? Если я еще ниже ее опускаю, вот, допустим, вот здесь, да, она должна быть, раз она в центр скручивает, пробуем опять же перевязать ее с Cetarizen 3D курсор, и вот он, курсор становится вот на это место, да? Тогда... Alt H. Тогда у нас должна вот эта карта опущена быть, да, вот у нее тоже привязка идет по низу. Мы должны ее тоже опустить на эту точку, да, и привязать Object Set Origin 3D курсор. Вот, чтобы эти точки, да, совместились приблизительно хотя бы. Так, ладно, семерка на нампаде. Теперь выбираем опять же нашу карту. Так, карта чуть-чуть, значит, искривилась. Не есть гуд. Вот, и теперь, значит, от этой точки делаем курв. Нажимаем на курву. Ну, где-то у меня что-то перекривилось. То ли карта, то ли кнопка на нампаде. R. Так, и получается, система-то работает. Карта будет разворачиваться. Все зашибись. А ну-ка, давайте ее заанимируем. Значит, выбираем английское И. Локрот. И на каком-нибудь давайте на 90-м размотаем ее.
и локрот. И вот уже у нас проигрывается анимация. Значит, это все нормально. Это все зашибись. Alt H проваливается ниже стола. Ну, стул можно, как говорится, под углом, вот если будет рендериться, ну как палево будет, да? А если мы сейчас возьмем и допустим, ага, так, вот она выше находится, стол выше поднимаем. Так, а может стол искривился, а ну-ка, единица, тройка на нампаде. И получается так, вот этот стол мы, допустим, выше поднимаем. Давайте мы добавим solidify, ну типа стол, доска. И получается проигрываем анимацию. Тен-тен-тен-тен-тен. Здесь-то она размоталась, а здесь ее опять не видно. И получается тогда курву, да, если... Здесь она, вот так сделаем. Эту часть опустим вниз. Так, Ctrl-Z. Выбираем и курву, и значит стол. И прописываем, ниже их опускаем. Пишем и локрот, сразу и карту, и значит вот эту курву попробуем заанимировать. Потом идет размотка. Вот. Размотка идет. И на конечной просто сделать, допустим, R. Так, и чуть-чуть перекрутим ее. И опустим чуть пониже, да? Ну, чтобы на столе лежало. Так, раз. Во. И пропишем. И локрот. И тогда у нас должно все заработать. Да, все. Она у нас не отстает и раскатывается четко по столу. Смотрим, как это будет выглядеть. Вот такая штука. Так, ставим 90 кадров. Enter. Теперь какая штукенция. Смотрите, ладно, с этим можно косяки поубирал я. Анимацию можно сделать двум предметам. Все это понятно. Ну, дальше давайте по ролику попробуем форму, значит, изменить вот этого вот свитка, да? Как можно менять? Выбираем наш вот этот свиток и попробуем сначала, первое, это шипкеями. Создаем шипкеи в центр. Заходим в Sculpt Mode, перематываем на начало. И допустим, какая штука. Move Topology. X-симметрия. А, X-симметрия не надо. Ну-ка. Вот, по Z, да? Делаем F. И допустим, делаем мятую, как будто бумагу такую, да? Чуть-чуть она, чтобы там как-то, ну, взмаханная была, да? Во. И прописываем, значит. Теперь она разматывается. Вот, разматывается, да? А это уменьшается. О, ну тут чуть-чуть потом можно приподнять. А ну-ка, это
добавим сразу еще один шепкей. И значит, вот здесь уже, ну, приподнимем от стола чуть-чуть. Вот. Пропишем тут ее. Во, ну, уже шипкеями прикольно. Она такая старая становится, зашибись. Ну, вот этот один вариант, да? Теперь выберем ее, сделаем Shader Smooth. Столу Shader Smooth. И все прикольно. Просматриваем анимацию. Все не спеша, рука уходит, капитан разматывает, и тут тогда раз, стоп, и можно уже снимать какую-то штуку. Семерка на нампаде, опять же, вот можно и так делать. Давайте посмотрим, задумка какая. Так. А задумка будет, так, а задумка будет у меня... Допустим, под светильник, если тут светильник поставить, настроить цвет. Так, это где она тут, источник света? Ставим солнце, ставим... Нет, солнце не надо, давайте ария поставим. И поставим ария, допустим, 200. Или спот, тогда побольше. 1000. И тогда, значит, спот S уменьшаем, R перекручиваем, еще делаем S и поставим тогда 400. Так, семерка на нампаде. В принципе, нормально, да, вот так вот. Можно еще один источник света добавить, и будет тогда... Или вот так еще раз. Свет можно заанимировать, допустим. 0 на нампаде. Делаем свету... Так, это значит... И локрот... И значит, карта как разматывается до конца, цвет уходит, значит, вот так у нас. Ну, оставляем какой-нибудь затемненный край, да? И локрот. Смотрим, значит, что у нас получилось. Во! С этим тоже можно поработать. С черного фона на карту, короче. Как свеча, допустим, тут будет идти. И от свечи будет. И вот здесь он ее поставит, потом свечку на угол, допустим, здесь. И будет зашибись. Так, а что у меня тут получается? Перекривилась. Семерка на нампаде. Делаем, допустим, R. А, я же уже анимацию прописал, пардон. Вот так вот будет. Прикольная штука. Ну, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания. В ролике там по-другому автор меняет, значит, форму вот этого папируса, вот этой карты. Тоже зайдите, посмотрите. Ссылку на эту информацию и на канал, с которого она взята, оставлю в описании. Все, всем пока.